Небольших фотографических опытов. По вашим просьбам я сравниваю сегодня две камеры: Leica M11 и Leica M10 монохром. Цель этого всего опыта состоит в том, чтобы из Leica M11, у которой и разрешение выше, почти, в полтора раза, и, так сказать, она более свежая, получить черно-белые картинки, которые сравнить после конвертации уже с Leica M10. Потому что есть много тонкостей, которые нужно сравнивать с эквивалентными камерами. Я начинаю свои опыты в замечательном городе Суздаль, где для фотографа и любителя всяких эстетических занятий раздолье. Здесь полно художников, фотографов и просто отдыхающих, которые получают удовольствие от суздальской медовухи, и, соответственно, покровских пряников. Так что советую здесь побывать и приложить свои фотографические навыки на столь благодатном материале, как вокруг меня. Уважаемые любители моих фотографических опытов, я в ответ на просьбы трудящихся фотографов и просто продвинутых любителей специально сделал такой ролик сравнения черно-белой Leica M10 монохром и цветной Leica M11. Я использовал достаточно большое количество объективов, и в тех случаях, когда это необходимо, они будут указаны на вставках. А цель какая всего этого дела? Цель очень простая и понятная. Я хочу ответить на вопрос многочисленных фотографов. А имеет ли смысл за ей дополнительно к дорогущей Leica, там, M10 цветной или M11 цветной, заводить вот такую камеру, то есть Leica M10 монохром или M11 монохром? Значит, в чем дело? Дело в том, что вот это сравнение, которое началось в городе Суздале, оно дает достаточно большое и понятный фактический материал. Вот посмотрите, тот ландшафт, который был за мной. Видите, разница не бог весть как велика между двумя этими камерами. Вполне можно смириться с конвертацией цветного изображения в черно-белое. Нет, нужды никакой нет. Вот центр города Суздаль. Церковь, да, желтенькая, красивая конвертация в черно-белое. Она превращает эту церковь вполне похожую на то, что дает Leica M10 монохром. То есть кажется, что нужды-то особой нет. Вот, пожалуйста, вид от торговых рядов Суздаля на, речку Каменку, и художники, которые там угнездились и, тренируются в своем ремесле. То есть здесь тоже, кажется, картинки похожи. И конвертированный из Leica цветной M11 в монохром, и затем монохромное изображение. Во всем ролике, как вы поняли, будет одновременно показана сначала цветная картинка, сделанная Leica M11, потом конвертированная из этой же Leica в черно-белое изображение, и только затем изображение, сделанное монохромной Leica M10, и в крайнем случае, когда нуждаются особые пояснения, я буду ставить две картинки рядом, чтобы вы могли убедиться. На речку Каменку. Да, конечно, видно, что немножко тональности зеленого в монохромной Leica воспроизводится по-другому, но не настолько принципиально, чтобы, печалиться всю жизнь. То есть это можно как-то пережить. Но, тем не менее, вот
Дорога из Суздаля, она тоже очень красива. Вот, посмотрите видео, а не пока я наливаю чай. Она любопытная, интересная, красивая. Ну, вот, есть что посмотреть. И церкви, и ландшафты, и переходы небольших холмов. В общем, русское поле, оно и есть русское поле. Ну и посмотрите на магазин. Там вдоль дороги много достаточно всяких веселеньких магазинчиков. Ну, например, медовый, где мед продается. Там вы увидите значительные контрасты между разными цветным изображением, конвертированным черно-белым, и черно-белым. Как вы видите, черно-белые в такой ситуации при плохом освещении, что важно, работает получше, поярче. То есть чувствительность, запас чувствительности у лейки монохром, а здесь, как известно, очень высокая чувствительность по сравнению, например, с лейкой М10, вот, дает свои преимущества. То есть байеровский фильтр здорово гасит чувствительность камеры. Но я уж не говорю про разрешение и все остальное, о чем мы поговорим чуть дальше. Тем более по дороге встречаются потрясающие красоты ландшафты. Ну вот посмотрите на видео люпины. Ну и, соответственно, фотографии. Ну вот, здесь мы видим с вами, что цвет воспроизводится весьма по-разному. То есть алгоритмы расшифровки изображения в монохромной камере здорово отличаются от того, что есть в цветной. Ну и перейдем к более сложным тестирующим эти камеры объектом. Но в данном случае речка Дубна. Посмотрите на контрасты и микроконтрасты, отмеченные точками. Существенные различия. Более того, закрадывается ощущение существенных различий при рассматривании всяких более крупных объектов. Ну, например, вот лук, отцветший уже, так сказать, формирующих семена лук. Обратите внимание, точки поставлены на двух картинках там, где максимальный микроконтраст. То есть что получается? Что если мы видим сложный объект, снятый монохромной лейкой, то получается картина с увеличенным микроконтрастом. Возникает, естественно, вопрос, а как же это работает, в чем дело? И тут мы переходим уже к люпинам любимым, ну и, соответственно, пионам. И вы видите, там тоже по точкам показано неравномерное воспроизведение цвета. Эти тонкости, в общем, можно пережить при использовании одной цветной камеры, если вы конвертируете в черно-белые. Но постепенно закрадывается сомнение в том, что это воспроизведение эквивалентно. Ну и для того, чтобы окончательно разобраться, давайте проведем так называемый паутинный тест. Что это за фокус? Ну, вы знаете, что паутина, если особенно не торопиться ее убирать с подоконника, она быстро зарастает. Паутинка, пауки трудятся, собирая мух, и формируют такие плотные заросли паутины. А если дождаться хорошего контрового света, то можно добиться очень интересного тест-объекта, который, собственно говоря, вам и показан. То есть вот такой угол окна, давно не мытого, с мухами и паутиной, и дальше черно-белая конвертированная картинка лейкой М11 сделаны, ну, в монохромном варианте. И при увеличении этого кусочка, этой паутины, сравнение одной и второй лейки, кажется, ничего существенного не дает. На самом деле это не так. В чем дело? Увеличим побольше, и мы увидим самое большое горе цветных камер, всех, не обязательно лейк, это байеровский фильтр. Уменьшение в 3 раза разрешения ничего не сделаешь. Оно, к сожалению, сказывается. И вот на большом увеличении паутины вы с вами сами можете убедиться. Деталей монохромной лейки на порядок больше. То есть даже имея разницу в 1,5 раза в разрешении, то есть здесь-то у нас 60, а здесь 40 мегапикселей, то есть эта камера точно проигрывает по формальному разрешению, написанному в паспорте.
Мы видим, что отсутствие байеровского фильтра приводит к тому, что у нас разрешение здесь почти втрое выше. То есть вот сами решаете, что вам нужно. Микроконтрасты детали, то есть та самая притягивающая зрение, яркость деталей изображения, которую дает Leica M10 монохром, или более мягкое изображение, скорее напоминающее пленочное, за счет снижения разрешения и увеличения размытия деталей, как в Leica M11, но уже с конвертированным изображением в черно-белое. Ну и для того, чтобы уж окончательно разобраться во всех этих историях, давайте те самые пионы, которые растут у меня в саду, снимем и посмотрим, что из этого из всего получится. Ну вот букетик пионов. Понятно, в цветном отношении это пожар в сумасшедшем доме, потому что здесь цвета сколько хотите и какого хотите. Объект достойный. Ну, а теперь увеличим, конвертируем из Leica M11 и из Leica M10 монохром. Возьмем две картинки и сравним. Ну, вот зеленый лист. При конвертации что получается? У нас получается практически деление изображения дуатон. То есть такая грязная картинка с резкими краями, плавных переходов, оттенка серого нет. То есть зеленый производится некорректно, о том, что мы с вами заподозрили еще при рассматривании картинок речки Дубны. Не совсем корректно. То есть пересчет, вот эта конвертация компьютерная, которая есть, она не совсем объективно превращает цветную картинку в черно-белую. Дальше посмотрим фиолетовый цветочек и посмотрим на края лепестков. Вы видите классическое после конвертации из Leica M11 в черно-белое изображение классическое мыло. При сравнении с черно-белым вариантом оно очень сильно проигрывает. Но даже не в этом дело. Проблема заключается еще и в том, что некорректно конвертируется и изображение сложных цветов, составных. Вот приведу пример. Посмотрите, пожалуйста, на, собственно говоря, вазочку, в которой это все стоит. Она сделана из синего стекла. То самое, которое старые фотографы использовали для очечков, чтобы точно наводить на резкость на больших камер. Я это описываю в книжке «Формат искусства фотографии». Кому надо, тот почитает. Так вот, это стекло использовано не просто так. Потому что зеленые стебли пионов, погруженные за такое стекло, воспроизводится темная серая такая масса непонятных объектов. Вы это видите сейчас на экране. А монохром воспринимает это как полноценное изображение, которое позволяет разделить детали внутри этой самой синей вазы. То есть, иначе говоря, зеленое за синим при конвертации воспроизводится очень плохо. Я мог бы продолжать бесконечно эти истории в более сложных сочетаниях цветов, особенно когда один цвет маскирует другой, но я не буду этим заниматься. В общем-то, я думаю, для того, чтобы понять, в чем разница, достаточно. То есть, настоящие любители черно-белой фотографии, которые обладают даром видеть изображение не только на айфоне, но и на качественных мониторах или тем паче на отпечатках, довольно давно и быстро заметили, что монохромные камеры дают то самое исключительное преимущество по микроконтрасту, которое эти камеры не дают. Более того, если вы присмотритесь к снимкам, которые я вам показывал, то вы увидите, что есть непередаваемое никакими алгоритмами ощущение пространства. То есть Leica M10 монохром сохраняет дымку, а вот конвертированное изображение дымки не сохраняет. То есть если подводить такой итог, можно сказать, что это очень разные камеры с разным микроконтрастом, с разными способностями передавать эмоции и ощущения, что, собственно, является целью любой фотографии, любого искусства.
Поэтому, если у вас есть склонность к черно-белой фотографии, то можно сказать, что Leica M10 монохром, да я думаю, что и 11-я монохром, которой у меня нет, к сожалению, вполне способны заменить самую качественную пленку, которая только существует на сегодняшний день. В предыдущих роликах я проводил такое сравнение. Иначе говоря, вот эта камера, сделанная без байеровского фильтра, позволяет добиться того черно-белого результата, который раньше был доступен только на камерах большого формата. Ну, как я вот люблю снимать, формат 8×10 дюймов. Ну, там получаются черно-белые картинки, которые, кстати говоря, висят несколько штук в Whisky Rooms, Леонтьевский 8. Кому надо, тот может и посмотреть. Ну, а у кого достаточно толстый кошелек, хотя они недорого стоят, может и купить. То есть, иначе говоря, уважаемые слушатели, это очень разные камеры. Конвертация не эквивалентна. К сожалению, они дорого стоят, и вам придется смириться или с конвертацией, или с отсутствием цвета. Но оно того стоит. Как вы видите, микроконтраст и детали, они создают тот самый пространственный объем в картинке, которого нам так не хватает в плосковатых цифровых изображениях. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Хороших вам успехов в области фотографического искусства. Оно ждет своих гениев. Камер много, а фотографов нет. До свидания.